Так, ребята, я уже осваиваю новый казан, готовлю плов. Но так как у меня мяса такого нет, которое мелкими кусочками, чтобы порезать, я же купила только голени. Ну, в принципе, я их так целиком сюда и положила. Так, сейчас мы вот это дело обжарим. Лук, морковку, мясо. Ну, лопаточка новая пригодилась. Она такая согнутая. Так. Вот уже салфетницу использую, положила. Это вот тарелка сына, такая квадратненькая у него была. Я тоже люблю красивые, люблю квадратные тарелочки. Поэтому я себе тоже сегодня купила квадратную тарелочку. Хотя бы самую маленькую, так вот, на завтрак на стол положить там сыр, там колбаску. Так, тут я рис уже промыла. Здесь у меня варится еще три. Короче, три ножки у меня на плов пошло, три голени и три. И три голени я варю, у меня будет бульончик. Так, сейчас немножко еще обжарю, добавлю рис. Будет у меня плов готовиться. Конечно, вот тут, в принципе, можно было немножко это порезать, отрезать эти вот мясо от голени. Можно было отрезать, но теперь уже ладно, пусть целиком готовится. Тут я баночки помыла. Кто знает, для чего вот эти палочки? Когда готовишь в казане, что ими делать? Мясо переворачивать? Или это для чего? Это было в наборе с казаном. Вот я уже помыла, отмыла тарелочку вот эту квадратную. Положила ее на полочку. Буду пользоваться. Честно говоря, я бы купила еще салатник такой квадратный. Я посмотрю, может, салатник куплю. Потому что у меня салатников мало, а хрустальных у меня тоже нету салатников. Так что вот, ребята, пока занимаюсь готовкой. Потом передохну часок и займусь уборкой. Видите, сколько у меня там мусора. Целое ведро, еще коробка. Гора мусора скопилась. Сейчас пойду выбрасывать. Пока готовкой занимаюсь. Так, ребята, кто знает, плов добавляют, плов перемешивают или нет? Я вот положила рис, и сейчас нужно чуть-чуть водичкой так залить. Но немного. Если будет мало водички, потом можно добавить. Я так думаю, что сейчас можно посолить его чуть-чуть, то оно его нельзя перемешивать. Но я сейчас чуть-чуть посолю. А, мне кажется, специи добавляются под конец. Вот кто знает, можно ли перемешивать плов? Насколько я знаю, его пока он готовится, его нельзя перемешивать. И крышкой, мне кажется, тоже не накрывают. Крышкой можно накрыть, но уже после того, когда он готов. То есть накрыл крышкой и выключил. А специи я добавлю, наверное, под конец, минут за 10 до конца готовки. Сделала себе мороженое. Такой вазочки. Мороженое с голубикой и с какао. Получается типа шоколадное. У меня еще там с утра в банке кофе стоит. Так что пойду допью кофе с мороженкой. Так, ребята, здесь у меня плов. Доготавливается. Я думаю, что я сейчас можно уже немножко убавить. Странно, что он как-то в середине кипит, а по краям не кипит. Не пойму почему. Может, мне переставить на другую эту
где пошире там. Там все-таки пошире эта штука-то. Ну, плита. А бульон уж у меня здесь доварится. Здесь у меня бульончик с курочкой. Так. Та конфорка большая. А так я плиту испорчу. Даже не знаю, что лучше. Не, лучше обратно. Здесь как раз по форме, вот поэтому все у меня здесь донышко совпадает, все как должно быть. Так, жидкости много не должно быть, но она там есть. Я уже несколько раз воду доливала. Поэтому думаю, что не надо больше воду. Так что вот у меня варится бульончик и плов варится. Так, ребята, плов у меня сварился. Я его уже выключила. Вилочку возьмем, попробуем. Мясо мягкое. Все приготовилось. Кстати, я вовремя пришла на кухню. У меня здесь как раз у меня, ну, вот эта вот кухня. Сигнал сработал вот здесь. Вот таймер зашумел. Я пошла на кухню. Кстати, я вовремя пришла, потому что у меня здесь выпарилась вся водичка и уже начала подгорать. В принципе, мне повезло. Мне повезло, что я вовремя пришла на кухню. Только начала, водичка только выпарилась, только начала подгорать. Я как бы пришла вовремя. Так, бульончик тоже готов. Так что все у меня готово. Можно уже даже пообедать. Я пока не хочу. Чуть попозже пообедаю. Так, мне нужно это видео дописать. Но мне надо сейчас там с теми видео разобраться, рекламу ставить. Так, ребята, сварился мой бульон, сварился мой плов. Сейчас я положу себе. Вот, думаю, что если мне сегодня поесть вот из этой красивой тарелочки, которую я купила. Так, сейчас я положу себе вот одну ножку и немножко риса. Какая-то она неудобная вот эта штука. Я сейчас другой буду накладывать. Нифига себе, написано антипригарное покрытие. У меня чуть плов не сгорел. Потому что тут надо регулярно добавлять водичку. А я, значит, раза два добавляла. Но, видимо, мало. Он меня начал подгорать. Ну, я думаю, вот хватит. Я же это... Много мне не надо. Так, у меня сейчас будет на обед плов. Завтра с утра можно поесть перед работой. А то я вечно голодная убегаю из дома утром. Кофе только выпью и почесала. Ну там.
иногда там это, что я еще там по утрам, ну, творожок там могу съесть, что еще могу съесть. Так, бутербродик могу съесть. Так, сейчас мы посмотрим. А, видите, ребята, вы видите, у меня плов подгорел. Вот я же говорю, немножко горел как-то. Я когда на кухню зашла, чувствую, что-то горит. Потому что вода выпарилась и начал подгорать. Но я думаю, что вот эти горелки лучше выкинуть. Вот такое вот точно есть нельзя. Ну, буквально чуть-чуть. Ой, вот еще. Ну, ребята, ну что делать? Ну, вот первый раз готовила. Подгорел. Ну, ладно. Разберемся. Ничего. Как говорится, первый блин комом. Не, ну, сам плов горелым-то не пахнет. Не, все нормально. Могло быть хуже. Я вовремя заметила, кстати. Так. Вот, значит, моя тарелочка. Накрываем стол. Тарелка моя. Салфетница. Теперь мне к этому плову нужно, ну, что-то такое, ну, типа салатика что-то. Я же не могу одну сухомятку есть. Так. Во-первых, я достаю свою баночку. С квасом свою кошечку. Так. Я так думаю, что вот у меня есть оливки. Оливки подойдут сюда. Да, ребята, я... Что-то я как-то... Ой, ребята, я же забыла купить. Я не купила ни помидорки, ни огурчики. Я так рванула домой, что забыла про помидоры и огурцы. Где же мне их купить теперь? А завтра я допоздна работаю. Не идти же мне сегодня второй раз в магазин. Хотя стоит подумать на эту тему. Так. Ну, ребята, я пока тут понтовалась, я квас-то весь выпила практически. Надо еще добавить. Я же люблю понтоваться. Тогда нальем еще. Я наливаю полную, до вечера выпью. Если не допью, поставлю в холодильник, потом допью. Так. Так, сейчас мы еще льду добавим. Раз, льда. Раз, два, три. 4. Сколько кусков льда? Можно 5 добавить, все хватит. Так, все. Теперь главное не пролить, а то сейчас я тут допонтуюсь. Такая у меня еда. Стаканчик мой с кошечкой, с ушками, с кошачьими. Сейчас вы мне там понапишите. Детский сад, Ольга ударила с детства. Ну, нравится мне этот стакан. Смотрите, он как будто изо льда. И плов. В общем, все, я пошла кушать. И салфетница новая, красивая. Как вам? Я считаю, что все замечательно у меня. Главное, что у меня хорошее настроение. Все остальное не важно. Радует меня этот стакан. Значит, надо его купить. Пусть радует. Вот буду в трансляцию выходить. Буду сидеть, вот квас пить из красивого стакана. А то пью как бы с какой-то жестяной банки. Все, я пошла обедать. Всем пока. На сегодня, я думаю, что на сегодня видео достаточно.